Всем привет, с вами StealthPro, и сегодня я покажу модные ховерборды для Майнкрафта Pocket Edition. После установки данного в вашем мире появляются настоящие ховерборды, на которых вы сможете прокатиться. Что ж, сейчас вы спросите, как же добыть, но для этого вам придется залезть в чат и написать команду, с помощью которой вы сможете призвать этот ховерборд. Что ж, давайте призовем наш первый ховерборд, для этого напишем команду The Gold, и с помощью команды мы призываем золотой ховерборд, да, и к сожалению, наш скин превращается совершенно обычного Стива. Да, привет, Стив. И как видите, внизу у него появляется вот этот самый ховерборд, который, по идее, ничем не отличается. Это просто замена скина, но все же это прикольно выглядит. И, к сожалению, у вашего скина становится багнутая рука. На изменение скорости это никак не влияет. То есть это просто чистая замена скина. Я больше никак это не могу назвать. Но это просто смешно. Да, смешной Стив. Но здесь очень много разных цветов. Например, сейчас мы сделаем красный ховерборд. Вот такой красный у нас появился после того, как мы ввели данную команду. Здесь очень много разных ховербордов. К примеру, сейчас у нас будет черный ховерборд. Вот такой прикольный. И, наверное, Стиву он нравится. Но, если честно, мне нравится больше золотой. Но сейчас мы его сделаем настоящим белым ховербордом. Да, ну вот он такой стал белый. Но он мне вообще не нравится, потому что он слишком светлый. Но Стиву он, наверное, так и так нравится. Но Стив маленького порода, и да? Стив, ну тебе вообще без разницы, что тебе носить на ногах. Ну что ж, мод довольно прикольный, но в то время он довольно бесполезный. Над ним можно просто хорошо посмеяться. Что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.